Более 60 столкновений автотранспорта произошло в Мариэл в минувшие выходные из-за неблагоприятных погодных условий. В авариях 2 человека погибли, 4 получили травмы различной степени тяжести. Напомню, что год назад, в середине октября 2014 года, в один из дней на дорогах республики было зафиксировано более 120 ДТП. Так что нынче можно сказать, что автомобилисты были готовы к очередной волне снегопадов. К снегопадам и гололеду были готовы коммунальные службы города. В выходные дни на дорогах Йошкар-Олы в дневное время работало 58 единиц спецтехники. Расчистка города от снега не прекращалась и ночью. Между тем, очередная волна холода, принесшая в наш регион пасмурную погоду со снегопадами, отступает. Уже со вторника осадки будут менее интенсивными, а температура воздуха немного повысится. Под влиянием южного циклона в течение суток повсеместно прошли осадки в виде дождя, мокрого снега. Раньше времени повсеместно на территории республики установился снежный покров на 16-20 дней раньше сроков. В ближайшие два дня влияние циклона сохранится. Ожидается мокрый снег, дождь. В течение суток температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине недели с ростом атмосферного давления начнется похолодание. Скажется влияние скандинавского антициклона. Местами возможен небольшой кратковременный снег, а температура в ночные часы составит от минус 2 до минус 7 градусов, а днем от минус 4 до плюс 1 градуса тепла. На дорогах возможно накат и гололедица. К концу недели ожидается повышение температуры. Впрочем, новое ненастье не заставит себя ждать. Примерно в пятницу через Мариэл пройдет ныряющий северо-западный циклон. Он принесет осадки в виде дождя с мокрым снегом.